Для этого вкусного салата идеально подходит сочная молодая капуста. Если у вас есть только жесткая капуста, она, в общем-то, подойдет. Но после нарезки ее нужно обязательно хорошо обмять. 250 граммов капусты шинкую тонкой стружкой. Капусте добавляю пол банки сладкой консервированной кукурузы. 150 граммов. Также для салата возьмем один огурец. Огурец я нарезаю сперва такими овалами, а затем такой тонкой стружкой, чтобы ингредиенты в салате выглядели одинаково. Зеленый лук прекрасно гармонирует в этом салате. Поэтому мы обязательно порежем несколько перьев зеленого лука. Ну и обязательно в этот салат нужно добавить свежий укроп. Он играет свою важную вкусовую роль в этом замечательном витаминном салатике. Все ингредиенты нашего салата сочные и яркие по вкусу. Поэтому заправка у нас будет максимально простой и полезной. Она прекрасно объединит и оттенит все ингредиенты. Добавим 2-3 столовых ложки нерафинированного растительного масла на ваш вкус. У меня это масло тыквы, вы можете взять по своему желанию. 1-1,5 столовых ложки натурального яблочного уксуса. Сперва добавим одну, попробуем, если нужно, добавим еще. И, конечно, посолим по вкусу. Я добавляю 1/4 чайной ложки соли. Как видите, рецепт салата очень простой, быстрый, ничего не нужно варить, но он очень полезный, витаминный. Я очень вам рекомендую не проходить мимо и обязательно приготовить этот салат. А также рекомендую сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, если этот рецепт вам понравился. И пишите ваше мнение в комментариях. А главное, радости вам, здоровья и мирного неба над головой. И как обычно, до встречи в следующем вкусном видео.